строят. Лагерь кинжала на Скиросе. Они хотят про... Что ты узнал о моем брате? Мне очень жаль, Агапий. Твой брат Нерит зимородок. Нерит знает, где искать неприятности. Храм Ахилла на Скиросе, говоришь? Агапий! Стой, раб! Стой, раб! Нет! Он давно заслужил свою свободу. Ты раскрыл истинную суть кинжала. Нападение на Скирос еще не победа. Зимородок скрывался в тенях. Помоги. Попробую помочь. Славно. Славно. Мы с отрядом будем в порту Скироса. Thank you.
Стас. Они украли ее. Почему именно ее? Значит, у тебя... Что-то украли? Оглянись вокруг! Ты богат. Купи себе новую. Новую? Ты смеешься? Во сколько оцениваешь... Я заплачу за нее солидно. Ты сможешь это... Я найду твою вазу. Найди моего раба около... Вернусь, как... Твой хозяин говорит, ты что-то знаешь о пропавшей вазе. Однако, я под... У меня сделка с твоим хозяином. Мы на одной стороне. Говори, что нужно. Таких, как ты, не часто встретишь. Чего ты хочешь? После того, как вернешь вазу, скажи хозяину, что это я привел разбойников в дом. Зачем тебе... Хозяин... Даст мне свободу после солнцестояния. Быть может, взяв вину на себя, я смогу продолжить. Это глупо. По словам других рабов, ограбление соседских домов... Северные склоны горы Охи. Мне сказали, что... Скажи, почему ты не... Хозяин дает мне пищу, кров. Все это можно получить. Мы все находимся в неравных условиях, мист. Отправлюсь на поиски раз... Когда вернешься... Разбойники на северных склонах горы Охи. Вот и он, медный рудник. По словам раба, ваза должна быть здесь.
Простите. Благодарю. Хлопот из-за старой вазы. Хочет, чтобы я клеветал его? Ты нашел мою вазу? Да. Прекрасно. Тоже вор. Судя по всему, твой раб содействовал разбойникам в краже. Что? Да, хозяин. Прошу, позволь мне искупить вину. Искупить вину? Никогда! Я не позволю грязному предателю работать на меня. Что? Нет! Прошу, пощади! Не желаю слышать. Убирайся. Или месть убьет тебя. Вон! Никому нельзя доверять. Держи. Советую тебе уйти.
Ваши голоса могут и сирену баюкать, но пора прекратить. Thank you.
Здравствуй. Мы не берем на обучение всех подряд. Я похож на ученика? Царь Павсани велел мне отвезти борца на Панкратион. Прошу прощения. Я не понял, что ты ищешь Тестипла. Не думай об этом. По мне трудно догадаться. Позволь дать совет, пока вы не встретились. Тестикл бывает невыносим. Преподнеси ему в дар масло, и вы поладите. Масло? Растирание. Он верит, что оно дарует ему силу Геракла. Загляни в деревню Гефион. Там его любимая лавка. Победа на играх важна для Спарты. Как-то он избил 6 человек и быка. А ведь он всего лишь вышел за фруктами. Он живет на острове. Где искать твоего? Я отправил его тренироваться на остров в бухте Аида. Ищи обломки. Можешь рассказать мне о Панкратионе? Это смешанная борьба. Проверка. Скорее бы увидеть. Я отвезу вашего атлета в Элиду. Еще как. Нужно достать масло. Все что угодно, лишь бы помогло отвезти ты стекло на игры. Вижу ее. Прости, закрыто. Продай мне масло, и я уйду. Для панкратиастов. Хозяина сейчас нет, только он делает масло. Я не уйду без... Послушай меня. Ты рабыня? Да. И мой хозяин неплох. Скажи, или пожалеешь. Какое мистию дело до рабыни? Скажу, но помощи не жди. Зажги огонь и начни осторожно нагревать масло Афины. Подогрев его, добавь корицу. Спасибо. Надеюсь, риск оправдан. Посмотрим, получится ли. Масло нужно нагреть. Пора выбрать масло. Вот это масло Афины. Выберу его. Последний штрих. Добавлю. Дивный запах. Корица нравится всем. Надеюсь, ему понравится. Пахнет так приятно, что я не прочь забрать масло себе.
Не думал. Но окажусь на Олимпийских играх. И к тому же с чемпионом. И что дальше? Люди собираются для конкурсных состязаний. Они убивают друг друга на ход. Странно, что до кровопролития не доходит. Это магия Олимпийских игр. Какой-то груз! Будем ждать возвращения капитана! Вон там! Кажется, что-то ценное! Тихо!
крепкие напитки повышают выносливость. Да, стикл! Еще глоток и тренироваться. Это полезно. Да. Ты стикл, победитель! Что тебе нужно от великого Тестикла? Не видишь, что я занят? Я отвезу тебя в Олимпию. Олимпия? О, да! Я стану победителем! Победителем, ибо я Тестикл! Да, пора в путь. О, нет, сейчас я не могу. Занят, ясно? И я не знаю, хочу ли я плыть на твоем корабле. У меня кое-что есть. Одно масло. Масло! Ох, дай поцелую! Нет, не смей. Масло со мной. Отдам только на месте. Нечестно! Ни к чему тратить особенное масло до боя. Так ведь? Точно! Не поспоришь! Что ж, тогда отправляемся в путь. Вперед в Олимпию! Ну? Честь плыть вместе с тобой! Дал великую победу на Пифийских играх! А, верно! Почему ты ударил его в голову, а не использовал захват? Просто так. Мудрость для тех, кто недостаточно сильно бьет! Тихо! Будет еще время для песен!
Добро пожаловать на Олимпиаду! Алкивиад? Еще не... Ты будешь... Конечно. Да. Как думать? Я... Думаю, мисс... Тебя можно многое... Кто это? Дориэй! Это вряд ли. Мы прибыли сюда... Ах, да! Ты! Пора в путь. Перед борьбой я натрусь маслом. Ну, я бы с радостью помог, если бы ты был в состоянии бороться. Люблю мазаться маслом. Да, заметно. Да? Знаешь ли... Подойди, обнимемся. Он умеет плавать. О, что ж, похоже, теперь ты за него, а? И... Куда? Иногда, бар... Я до... Не думал, что ты падешь так низко. Алексия, спрошу, если эти глупцы развяжут войну... Вор! Кто бы говорил? Если не прекратите, я убью вас обоих. А теперь объясните мне, в чем дело? Этот бесчестный вор ограбил меня! Это я вор? Это ты вор? Хватит, просто отвечайте. Но почему вы подозреваете друг друга? Потому что он... Это вопрос крови. Макар из знатного дарийского рода. Могучие воины, но скромные. А предки Лелега и Анийцы. Все как один художники и мудрецы. То есть женолюбцы! Обе стороны важны. Слова истинного ионийца. Геродот, что происходит? Он меня обчистил! Что? Да я из благородной семьи! Не то что... Геродот! Да. У них у обоих взломали... Не могли же они ограбить друг друга одновременно? Придется узнать, кто это сделал. Не думаю, что они в этом замешаны. Пусть они и недолюбливают друг друга. Я все... Докажешь, что это Макар? Я тоже, если... А если это кто-то другой? Они оба тебе... Ну ладно. Согласен.
нужно поговорить с ним. Ты что-нибудь видел? Нет, нет. Так ты что-то... Ну, всего лишь факелы. Тебе подкрались факелы? Кожаные сандалии. Очень мягкие. Говори правду, или пожалеешь. Ты вор. Нет, нет. Это был не я. Я уснул. И ты не узнал, в чем... Не хотел под... Но тебя уже... Если бы я ушел, меня бы наказали. Что ж, Гробницы открыли. Я не вижу никаких следов взлома. Записка. Возьми все, что сможешь унести, и жди меня там, где мы скрепили узами нашу любовь. Мы будем свободны. Я слышал, за городом есть руины, и, как сказал страж, факелы двигались в их направлении. Я нашел вора. Что ж, воры. О, мы... Но у вас украть... Ты не понимаешь. Они наш... Так почему бы не подождать? Мы хотим сбежать. Это действительно ваш? Это принадлежит нашим семьям. И кто вы такие? Это моя дочь и его сын! Отец! Я вырастил тебя. Так-то отплатил. Сбежал с той... Ограбление вас объединило. Лелек, Макар, вы вместе пытались выяснить, кто забрал ваши драхмы. Мы все узнали у стражника. А его семья украла мои деньги. А твоя – мои. Но вы многого добились, действуя вместе. Ты, Мистий, займись делом и убей этих воров. Я хорошо заплачу. Отец, нет! Я согласен. Заплачу столько же, сколько Макар. Выполни это задание. Хотите убить собственных детей? Ха, есть и другие дети. Так ты берешься за работу. Я не убиваю невинных. А ваши родные заживут лучше, когда рядом не будет вас.
Жаль, что все так закончилось. Но теперь наши семьи ждет другое будущее, созданное с любовью. Что ж, удачи вам. Эй, Мистий, хочешь узнать свое будущее? Спасибо. Я хочу знать, что уготовили мне Мойры. Конечно. А кто бы не хотел? А... Ну, так что? Я все. То есть? Ну, всякое. Например, завтра будет солнечно. Благодарю. Расскажи друзьям. Что здесь творится? Малака. Эй, паришка! Похоже на Фебу. Нужно ее найти. Это святилище Олимпии. Здесь борются за славу лучшие атлеты. Эй, вернись! Воришка! Воришка, как Феба. Да уж. Заставила ты меня побегать. Давай сюда. Что давать? Мой кошель. Верни его. Вот, только не бей. Меня заставили. Я не хотела, честно. Тихо. Я тебя не трону. Обещаю. А капитан побьет. Зачем он вас заставляет? Из-за денег. Со взрослыми на... Да? Да, и правда. Капитан? Да. Нам? Бездом? Придется... Лучше побей. Он и мамино ожерелье забрал, она только... Я верну... Да? Почему? Ты мне кое-кого напоминаешь. Детей в клетках? Тот, кто это сделал, заплатит. Наверное, это ожерелье Майи. Он носит его. Нужно вернуться к Майи. Это тот самый негодяй с рынка. Он явно в этом замешан. Thank you.
только хотел помочь детям. Пощади, я исправлюсь. Я за ними присмотрю. Я кое-что принес. Спасибо. А что случилось? Но это он отвлекал. Я его не убил. Он хороший. Всегда делился едой. Береги себя. Спасибо, что спас. Теперь вся добыча достанется нам. Женщина прогневала богов. Позор! Ты опозорила себя. Прошу. Никаких оправданий. В чем провинилась это? Именно в этом. Что? Разве это преступление? Я жрица Деметры, и я руковожу играми. А она замужняя женщина, и ей тут не место. К тому же в мужском наряде. Кто ты? Калипотера. Я просто хотела увидеть сына. Вся моя родня – участники Олимпийских игр. Довольно лга... Так почему это преступление? Для замужней здесь слишком много соблазнов. Она такого не заслуживает. Вообще-то, наказание смерть. Помоги. Докажи, что я могу увидеть. Ничего ты не можешь. Ты на... Закон ошибается. Я докажу. Раз уж ты за нее вступился, я дам тебе шанс. Представь мне доказательства ее благородного рода, или она умрет, чтобы не гневать богов. Нужно найти сына Калипотеры. Он поможет доказать ее невиновность. Ты знаешь Калипотеру? Да, видела ее. Вечно ошивается у шатров от... Кажется, нет. Все эти юные дела, умащенные маслом. А эти мускулы... отвратительно. Она ведь замужем. Но ведь нет вреда в том, чтобы любоваться... Есть! Еще какой! Вы, молодые, думаете тем местом, что между ног. И она такая же. А еще... Ты видела ее с мужчиной? Ода в честь Диагора Родосского, составлена самим Пиндаром. Ка, гордись, малыш. Твой отец — величайший борец Панкратиона. Я ищу сына Калипотеры. Знаешь его? Конечно. Это ведь я. Твою мать обвиняют в нечестивости. Что? Но почему? Что случилось? Успокойся. Ну нет. Ты знаешь, что с ней сделают? Пока ничего.
Она проникла на стадион, чтобы увидеть тебя. Но имела ли она право? Ну, конечно, имела. Ее братья чемпионы, а теперь и я. Никто так не почитает игры, как она. Спасибо. Подожди, я докажу, что твоя мать имеет право быть на играх. Что это? Я всегда жаждал тебя. У Калипотеры есть поклонник. Знаешь Калипотеру? Не слишком хорошо. Но она обожает своего сына и всегда делает приношения. Приношения? Для мужа. Она тоскует. Хотя он давно уже пребывает в царстве Аида. Спасибо. Эта жрица так спешила исполнить приговор Калипотере. Нужно скорее найти их. Мы собрались здесь, чтобы исполнить волю богов. Вынести приговор. Прошу, поверьте мне. Стой! Ты сумел найти то, что искал? Да, Калипотера, дочь Диагора. Я нашел оду о Диагоре Родосском, которую Пиндер посвятил ее семье. И что это доказывает? Я поговорил с теми, кто ее знает. Она добрая женщина, любит игры и чтит богов. В ее семье несколько поколений чемпионов. Возможно, мы поспешили ее судить. Ее родня принесла много славы играм. Было бы позором запятнать такое гордое имя. Боги прощают тебя. Иди. Спасибо вам. Спасибо. И тебе. Никто не заслуживает такого. О! Эй, сюда! Я здесь! Вот мы и на играх! Вдохни! Воздух дрожит от волнения, чувствуешь? Ты будешь так себя вести все время, пока мы здесь? О, боги, да! Скорее бы победить. Ну же! Ты должен что-то чувствовать! Ха-ха!
Я просто подшучиваю, здесь любой впечатлится. Это место вечной славы, не сомневайся. Гера и Зевс будут наблюдать за твоим выступлением. О, тогда все в порядке. Ха, не думай об этом. Давай насладимся тем, что может предложить нам Олимпия. Разве не прекрасно? Да уж, впечатляет. Жаль, гонки на колесницах мы не увидим. О, хотел бы я там побывать. Там есть на что взглянуть. Хвала богам, что привели нас сюда. И на что стоит взглянуть? С чего начать? Дай подумать. Храм Зевса, алтарь Зевса и, конечно же, Олимпийское древо. Сделаем приношение Зевсу, чтобы игры прошли удачно. Думал, что увижу жертвоприношение в самой Олимпии. Никогда такого не видел. И это еще не все. В последний день они принесут в жертву сотню быков, чтобы воздать почести Зевсу. С меня довольно вони потрохов и горелого мяса. Ну что же, я думаю, нам пора. Согласен. Идем. Мы же в Олимпии. Сам Бог велел посетить храм Зевса. Слышал, это одно из чудес света, и создал его твой друг, Фидий. Он мне не друг. Разве ты не чувствуешь здесь присутствие Зевса и Геры? Мне казалось, это... Не оскорбляй, Прости, мои чувства не должны омрачать тебе день. Боги не мучают тебя, а перековывают ради будущего величия. Я сам себя перековываю. Боги только молча наблюдают. Ладно, давай уйдем. К счастью для тебя, моей веры хватит на нас обоих. Хочу к Олимпийскому древу. Я должен смотреть на дерево? Не просто дерево. Священное древо, чьи ветви берут для венков победителей. Как по мне, драхмы лучше, чем венок.
Но это не обычные венки. Дети собирают оливковые ветви и относят их в храм Геры. Там элонодики или судьи плетут венки. Венки будет легче доставить в Спарту, чем золото. Пусть ты не видишь в нем чуда, но хотя бы признаешь пользу, и то дело. Варнава? Да? Спасибо тебе. Надеюсь, я тебя не слишком отвлек. Не, я был рад провести время с тобой. Даже стая гарпий не омрачит этот день. Мы на играх! Я в тебя верю! Ты победишь! Прошу, рад тебя видеть. Я рад тебя видеть. Слушай, это важно. Нет, а чё? Значит, за тобой не следили. Кто они? Культ космоса. Помнишь? Зачем им преследовать? Чтобы убить. Помоги мне. С чего ты взял? На днях я получил скиталу и за... Тебе прислали кусочек дерева и письмо. Это объясни... Что сказано в письме? Твое призвание. У ног царя богов лежит послание. Чудесно. Это не письмо. Отнюдь. Зевс? Да. Можно дать много ответов. Именно. Что такого в этой палочке? Это не палочка. С помощью скиталы в Спарте создают тайные послания. Ладно. Скиталы. Точно. Нужно до... Куда мне отправлять? В храм Зевса. Ладно. Спасибо. Не бойся, Должно быть, об этом говорил Фидий. Фидий очень мнительный, но вдруг он не придумывает. Искусная работа. Гораздо лучше статуи на Кефалинии. Вернусь к Фидию, чтобы он расшифровал послание. Ну, что там было? Удалось ли тебе узнать что-нибудь полезное? Между прочим, удалось. Я обернул пергамент с посланием вокруг стер... Обернул вокруг... Вокруг скит... Да. О... Ориентир. Так, что там написано? Это список. Думаешь, мы дополним... Полагаю, что... Кто-то очень... Может, из послания... Скажи, что нужно... Здесь указаны три места. Выходит, что рядом с каждой... Да, но... Какую статую нужно найти... О, дивный остров. Значит, нужно... Верно. Что на Тасосе? А, неоднозначная статуя. Феоген? Олимпийский герой. Согласно... Что за статуя на Самосе? Ну, не на Самосе или Лесбосе, а на островке между ними. В самом... Не отвлекайся. Посейдону, конечно. Пора отправляться. Верно. Как и мне. Ты тоже. Да, не волнуйся.